сотку. Говорит, в это, тут вот это, ты мне разобраться не можешь. Шалава! Догони ее, пожалуйста. Я их не знаю. Что-нибудь покажу куда-нибудь вот так. Она какая-то идет, тебе надо переключить. Едет, даже не смотрит. Абсолютно не смотрит. Куда едет? Чего едет? Ничего говорить. Мы ее просто зажмем, да и все. Снова зажмем. Сваливает. Топит. Сука. Валя, не надо. Ой, как мне это нравится. Валя, не надо. Ладно, поехали. Покажи ей фотка. Да надо было долбануть и все. Еду, смотри. Я просто тоже опаздываю. Корова, блядь. Че? Я что, тебе, говорит, ждать буду, что ли? Нихуя себе. А что, надо было на красный ехать тоже. А что ждать? Не пускай ее. Не надо, пусть едет, уже сердце. Разоралась. Ебанушка. Колбит. Еще и в года. Я чуть тебя дождать должна. Она найдет. Я вышла, я нормально. Девушка, вы что так резаете? Мама, как начал, я чуть тебя ждать буду, что ли? Ты скажи, блядь, у вас уступили дорогу. Я говорю, я по главной еду. Скажи спасибо, что не врезался. Вот надо было, блин. Если бы... Вот почему они всегда не в нужном моменте? Надо влететь. А ты что тоже, говорит, вообще по встречной едешь? Я говорю, что, дура, что ли? Какая разница, где я еду? Я еду по главной. Купила киоски, права. Ну и что, я тебя ждать буду? Ни хрена себе. Ну я говорю, она... Сейчас бы ее бы кто-нибудь как бы ебнул. Валя, пропусти ее, пропусти, пусть она едет. Да нет. Что делаем? Что делаем? Поехали. Сука, вот это. Вот только зажми, блин. Только зажми. Я сама Карина буду, иди со мной. Только зажми, блин. Пусть едет, пропусти ее, Валя, пропусти ее. Сама в ГАИ работает. Значит, так можно ездить, что ли, если в ГАИ работаешь? Она кому-то своих позвонит. Пусть звонит. Ну тут со второго ряда нельзя же? Да можно все. Ну пусть я себе зажму.